Всем привет, это Таня Матань на канале «Позитивных идей». Мы делаем массаж всей семьей, мы сейчас находимся у моей свекрови. Здесь очень хороший массажист, она на ноги подняла уже у нас не одно поколение. В нашей семье 15 лет она нам делает массаж практически каждый год. Вот в этом году у нас так совпало, потому что у меня редко бывает муж, но из-за самоизоляции и мужа мы его в этот раз захватили. То есть он обычно в Москве, а в этот раз с нами вместе, ура-ура, проводит лето. И нам нужно было, конечно, кремов море. 5 человек у нас на массаже одновременно, 5 человек. Всем что-то вроде и разное, что-то подходило, и универсальное, и для себя, и для всех. Поэтому я решила, сниму-ка я про крема, которые мы используем, для того, чтобы кто-то, если запланирует какой-то массаж, не всегда знаешь, а чем лучше, а что, вот чем мы пользуемся. Первое. Я делаю для лица, для себя. Я моделирую лицо. У меня есть видео «Эффект после массажа». В этом году я уже не стала делать вот такое подобное видео, не стала снимать ничего. Эффект, действительно, когда тебя отдельно массирует твое лицо, эффект замечательный. Мне очень нравится, подтягивается лицо, моделируется. Но Анечка еще делает, очень старается, очень хорошо. И она берет, ну, здесь цены вообще очень дешевые. То есть, реально, купить билет туда-обратно на поезд, сюда, приехать, здесь пройти полный курс массажа, мне кажется, это половина цены, которая в Москве. Причем вам там сделают абы как, а здесь она будет стараться. При этом, знаете, бывают же там вот эти вот оздоровительные курсы в Таиланд, куда-то вы едете, там ну, много, там в Рязань зубы лечить. Ну почему-то никто-то вот таким вот туром не занимается. Ну, сейчас я не об этом. Если кому интересно, пишите мне, я вам подскажу, как мне обратиться и как пройти все эти процедурки. Итак, первый крем – это циклим. Значит, он сразу написан, видите, он недорогой. Так, для зрелой кожи, так, чтобы было видно. То есть, наносить легкими массажными движениями его, то есть он предполагает, потому что на креме, если написано, не написано, что его вмассировать, каждый крема по-разному вносится, и он с фитоэстрогенами для зрелой кожи, то есть для меня содержит, вот видите, фитоэстроген, который разглаживает морщины и моделирует овал лица. Он недорогой, ну как недорогой, вот 322, валарский крем. Еще один у них был крем, я брала в том году, но в этом году, вот в том году он мне идеально был, я его еще раз взяла, потому что на курс массажа, в прошлом году я брала два, но второй не циклим, как-то по-другому называется, но в этом году у меня от него как-то стала зажирняться кожа излишне, ну, не знаю, с чем связано, и я поискала что-то полегче, взяла вот такой авокадо. Этот совсем легкий, увлажняет, смягчает, повышает упругость, видите, тоже, вот, потому что для массажа и так у вас очень интенсивно воздействует на кожу, и он и на шею, видите, очень хорошая несколько косметика, то есть недорогой для массажа, отличнейший крем, потому что крема нужно в основном, чтобы не деформировалась кожа, да, и чтобы была такой эффект подтягивания. Простые крема не все можно для массажа использовать, потому что они вот в легкую находятся. То есть для некоторых вы вот так вот по лицу должны, да, только такими легкими движениями. То есть намазали вдоль массажных линий, ну, вдоль линии лица, и легкими движениями. То есть не все подходят. Поэтому вот эти вот простые мне очень нравятся. Дальше. Она мне делала несколько процедур, то есть она мне делала лицо, зону декольте, зону талии, мне выправляла, ну, отдельно я сделаю тему про живот и так далее, зону живота она мне делала и выправляла мне руку. То есть, видите, несколько манипуляций со мной происходило. Так вот, вот для тела вот этот вот очень хороший крем массировать, баня, сауна. Это белорусский крема, бальзам-крем. И видите, сколько у нас ушло вот на всю семью. Представляете, вот здесь вот эфирные масла, экстракт чистотела. Очень хороший крем, действительно, втирается очень хорошо. Вот, видите, механическое повреждение, применение, нанесите бальзам.
То есть вот после баньки, ну и вот для массажа хорошо. И второй крем, вот как раз тоже она моделировала меня этим кремом, это вот для чистой линии, вот этот стоит 99 рублей, а этот, ну, 199 на 100 рублей. Два раза дороже, вот такой вот крем, фитокомплекс. Очень хорошо я видела эффект, но эффект не только с кремами, конечно, связан. Вот я, видите, все показываю, чтобы вы внимательно все прочитали. Действительно, кожа прекрасная у меня стала на теле, мне очень понравился эффект. Она мне как делала, значит, то есть она мне вдоль ребер делала, у меня тонус был на ребрах, это мне остеопат сказал эту зону массировать для того, чтобы выровнялась спина, то есть вот эти вот подреберные мышцы, я уж по-научному не знаю, как называется, да, если они находятся в тонусе, они тянут спину. И проблемы находятся спереди, та, которую вы видите сзади. Иногда так бывает. Вот в моем случае именно так было, и мне врачи как бы, да, вот дали такую рекомендацию. Я поэтому Анечке сказала, говорю, а мне вот эти вот мышцы нужно расслабить для того, чтобы у меня спиночка выровнялась. И эффект был обалденный. Дальше. Зону живота я ее попросила мне разбить там всякие мои нехорошести. И я уже показывала, у меня есть влог, называется «Животам нет». Я внизу его ссылку оставлю, с чего у меня началось вообще вот это вот желание правильно вернуть себе здоровье, потому что плоский живот я не хочу, не мечтаю, я хочу оздоровительного эффекта, ну, то есть привести себя именно в порядок. Так вот, через день она мне делала, один день она мне делала массаж, разбивала мне там, значит, вот эти вот мышечные вот эти накопления, ну, технику я не могу показать. Ой, даже было очень больно, потому что она мне тянула вот прям вот в разные стороны, вот такие там движения были, причем она делала пальцами, но было такое ощущение, что в меня ножи врезаются, очень глубоко она мне делала, спасибо ей большое, не все владеют этой техникой, и не все правильно делают, иногда жалеючи делают, а эффект, чтобы было, нужно, чтобы тебя не жалели. И второй день она мне делала вот с такими вот баночками, вот чудо-банки, причем у меня... Так они выглядят, в аптеке продаются, стоят копейки, может, цена здесь осталась, вот 80 рублей. Так вот, кто-то делает самомассаж этими банками, у меня дома я их покупала, я их так и не использовала. И вот сейчас она мне показала, как она ими работала сама. Это тоже очень неприятная процедура, когда вам делают правильно, ничего такого, придется потерпеть очень хорошо, но эффект обалденнейший от этих банок. По самомассажу этими банками делают и шею, и лицо подтягивают, и фигуру, там, да, любые зоны, которые вам нужны. Но все-таки я противница само такого восстановления, потому что 100% самомассаж – это плохо. Всегда вам должны подсказать, что и как. То есть вам должны подсказать какую-то технику и ваши особенности. Исходя из них, вы должны уже что-то делать. Вот я сначала обращаюсь там, к врачам, к специалистам, они мне что-то показывают, а потом уже начинаю сама что-то творить и так далее. То есть вот эти все, видите, значит, такие хорошие. Дальше. Для мужиков я покупала масло, оно у меня закончилось, персиковое. То есть у меня сыну просто с персиковым маслом массировали, такая вот же баночка, но она у меня что-то не могу найти. И для себя я еще брала вот масло кокоса для ногтей. То есть пока мне делали массаж, потому что когда делаешь процедурку вот маслянистую, если наносишь на ногти или на руки, нужно, чтобы в покое вы были. У меня очень мягкие пластины ногтевая. И после... Вот сейчас она у меня... подтвердила, я вам скажу, потому что у меня вообще вот гнутся ногти, так нажмешь, они так это самое, как волосы гнутся, можно так сказать. Ну, это моя особенность моего организма. Вот я масло кокоса. Удивительно, кто додумался, я сначала не подумала, купила, вот кто додумался вот это вот масло, которое не льется, вот в такое узкое горлышко засунуть. Это как будто жирафа лисица, да, когда жирафа крошечку в такую баночку засунул, чтобы лиса достать не могла. Вот я кое-как там выковыриваю, но все равно мне нравится. Мне больше нравится, чем баночки делать для ногтей. Вот от масла кокоса я люблю эффект. То есть я мазала во время массажа. А так для общего какого-то массажа очень хорошо масло персика. Мне нравится, не один год я делаю. Дальше. Были у нас зоны такие болезненные, где мышцы, суставы болели. У меня, у сына ноги проблемные. У меня, значит, правая рука, у мужа моего, значит, там с рукой.
Поэтому нужны были более серьезные крема. Я вам так скажу, в принципе, их должен назначать вам врач. По вашей особенности боли. Вот мне сыну назначали Nice, и мы его использовали. Дальше нам понадобилось 3 бутылька разных кремов, я покупала. Вот. То есть, прям буквально в аптеке приходила и говорила, там, вот мне нужно там, для мышц, да, чтобы боли снять. И нам там какие-то предлагали, я их уже выкинула, не буду их как бы рекламировать. Вот этот вот у меня остался, как бы, я его точно знаю, что он недорогой и, в принципе, неплохой. И он без гормонов, то есть, ну, такой вот хороший кремик, поэтому не хочу рекламировать. И если эти крема очень такого общего пользования, то такой крем вам все-таки должны рекомендовать, ну, насколько ваша особенность. Но имейте в виду, что если у вас какие-то сильные болевые синдромы, то вот такими кремами вы не снимете. То есть для каждой особенности, для того, от чего вы лечите, должны что-то рекомендовать. Но иногда они сами не знают. Иногда, знаете, как боятся, ой, сейчас все дорогое. Сами что-нибудь купите. Вот если вы не знаете, что купить для массажа, чтобы все было эффективно и хорошо, вот, пожалуйста, я вам написала, вам рассказала, чем я пользуюсь. Я надеюсь, видео было полезно. Пишите вопросы. Может быть, какие-то видео вам дополнительно снять по этим вопросам. Все свои эффекты я покажу во влоге, влоговый канал, он называется Эх Лайф Тани Матани, кто не знает. Смотрите мои влоги, что и как, и почему. Задавайте вопросы и смотрите либо на этом канале, либо на влогах. Всем пока, это Таня Матани на канале. Позитивно.